Сегодня Международный день птиц. Это один из старейших праздников экологического календаря. Наступило время, когда пернатые возвращаются с зимовок, преодолевая тысячи километров. С особым нетерпением вестников весны ждут на севере Казахстана. Жители Петропавловска подготовили для перелетных больше 30 скворечников в окрестностях города. К делу приобщили и школьников. Сегодня мы пришли, чтобы построить скворечники, чтобы птицам было где жить. Мы очень ждем весны, тепла, птиц. Берегите природу, берегите птиц!